Ну, значимость, во-первых, истекает из значимости самого поселка. Мы говорим, что это ворота Якутии, водные автомобильные ворота Якутии, что является едва ли не самым значительным транспортным узлом Дальнего Востока, Нижний Бестях. Да? Он растет и будет расти, когда будет построен мост, в чем мы ни капельки не сомневаемся. А значит, духовное окормление, духовная поддержка, духовное попечение над жителями необходимо. Здесь практически с начала 2000-х годов существует очень крепкая дружная община. Регулярно приезжает священник, но богослужение до этого времени совершалось в сельском доме культуры, ну, что, конечно, не нормально для прихода. И вот в 2012 году мы совершили закладку, и с милостью Божией очень многие люди откликнулись на желание верующих иметь свой храм. Храм получился очень красивый. И, как мне думается, украшением не только Нижнего Бестяха, но, пожалуй, всей Якутии, а учитывая его место, вот такое видное, которое и с реки. Храм ежедневно открыт отныне, здесь совершаются еженедельные богослужения. Есть священник, которого вы сегодня видели, очень опытный и уважаемый священник в городе Якутске, отец Сергий Колесников, он будет совмещать и служение в Якутске, и служение здесь. Так что я очень рад этому событию. Повторюсь, что подобное событие в Мегино-Кангаласском улусе было более 100 лет назад, когда освящали храм Василия Великого в селе Майя, вот таким же чином великого освящения. И вот теперь, спустя более чем 100 лет, новый праздник и духовное торжество, с чем я и поздравляю всех.